Дорогие друзья, мы внимательно следим за всем, что происходит на чемпионате мира по биатлону в итальянском Анхольце. Всех поклонников биатлона расстроило негативное отношение иностранных спортсменов к российскому биатлонисту Александру Логинову. Совсем не ожидали многие болельщики такого от норвежского спортсмена Йоханнеса Бё. Не только в адрес Логинова, но и в адрес Йоханнеса Бё посыпались критические замечания. Многие все-таки не могли понять, как сильный спортсмен мог опуститься до такой мелочности, и разочаровались в норвежском спортсмене. Однако сам Йоханнес поспешил внести некоторые разъяснения в эту сложившуюся ситуацию. Как отметил сам биатлонист, в мужской спринтерской гонке Логинов выступил великолепно и, конечно же, заслужил эту награду. И всем российским болельщикам золото Александра Логинова будет помниться еще очень долго. В то же время он заметил, что чистые спортсмены никогда не смогут понять и простить его ошибку, которую он допустил в прошлом. Йоханнес Бё уверен в том, что российский биатлонист совершил самое тяжкое преступление. Однако норвежский спортсмен заметил, что немного палку они все-таки перегнули. Но это, по мнению Йоханнеса, они сделали для того, чтобы все спортсмены помнили об этом и были нетерпимы к допингу. А для молодых спортсменов, чтобы эта история послужила большим уроком на всю спортивную карьеру. Создается такое впечатление, что в словах Йоханнеса Бё все-таки чувствуется какое-то запоздалое раскаяние. Ну, не понимают поклонники биатлона, сколько можно напоминать человеку о его когда-то совершенных поступках. Ведь он уже отбыл за это наказание. А сейчас честно борется за медали на чемпионате мира, в том же Анхольце. И помнит, и будет помнить о своей прошлой истории. Но просто не дают ему об этом забыть. Мы верим в Александра Логинова и надеемся на то, что и дальше он будет радовать нас своими успехами. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!